Знаете, День караимской культуры мы всегда ждем очень, потому что караимы — это один из древнейших народов Крыма. Народ, который подарил миру много очень известных людей, замечательных. И очень трудолюбивый народ, мудрый. Я вот так и написал такое стихотворение, посвященное караимам. Не зря ты любишь славный Крым, земляк мой, добрый караим. Ты мудр и щедр, и так умен, как сам библейский Соломон. Твоя столица Евпатория у Черного родного моря. Ты соблюдаешь свой закон, второй навеки осенен. Ты честен, в меру справедлив, корректен, собран и учтив. Ищешь, родной ты, свой язык, который в древности возник. Везет тебе, я ваш, с тобой всегда твой друг Кардаш. Ты европеец, азиат, удачлив будь всегда сто крат. Здоров будь, крепок и силен, и в добрые дела влюблен. И помни, ждут тебя здесь все, не в Патарийской Кеносе. Спасибо, дорогие. Вот вы уже знаете несколько караимских слов. Я ваш и Кардаш. Спасибо, дорогие. Грамотой за значительный вклад в развитие и сохранение караимской культуры главы города Евпатории Алексей Кнахаритоненко награждается руководитель религиозной организации Караимской религиозной общины Тирьяки Виктор Захарович. Он на работе, на службе, поэтому ему передают. Грамотой главы города Евпатории Алексея Викторовича Кнахаритоненко награждается Алтунина Оксана Геннадьевна, заслуженный работник культуры и спутниковый руководитель Караимского национального ансамбля песни и танцы «Беда». Грамотой главы города Алексея Викторовича Кнахаритоненко награждается заслуженная артистка автономной республики Крым, руководитель вокальной группы Краимского национального ансамбля песни «Танцы беда» Оксана Амет Мустафа. У нее такой шикарный голос, просто как он. Раньше были 100 лет назад певицы с такими низкими, плакатными голосами, а сам еще такой же. Благодарность объявляется вокальной группе Краимского национального ансамбля песни «Танцы беда». Всей группе. Руководитель Оксана Алтунь. Благодарность объявляется младшей хореографической группе коллектива танцевальной песни «Танцев беда». Благодарность объявляется средней хореографической группе Караимского национального ансамбля песни «Танцев беда». Руководитель Оксана Алтунина. Старшей группе ансамбля. И девочка, она выпускница у нас, она занимается в вокальной группе, она застряла в пробке в Саках, но я надеюсь, она приедет, вы услышите, как прекрасно она поет, и увидите фильм о ней. Семенова Камила, будем ее ждать, аплодисменты. Я всегда за пеньки.
Иван. Oh,
группа Караимского национального ансамбля песни и танца «Фидан». Национального ансамбля песни и танцев «Фидан».